Владимировичу Васильцову, благочинному Рогачевского церковного округа иерею Алексею Сергееву. Памятную гирлянду братской могиле предоставляется районной организации «Белорусский фонд мира» и государственному учреждению образования «Средняя школа номер 2 города Рогачева имени Виталия Михайловича Колесникова», которой в 2022 году присвоено почетное звание «Школа мира», а также юным миротворцам. Общественного объединения «Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма».